чему стоило 100 раз подумать. Есть несколько лишних зелий? Пока есть запас.
Да, тебе удалось добраться сюда, но мимо меня тебе не пройти.
Эй, ты! Какое оружие ты можешь продать мне? Только лучшее, ты же знаешь. У меня есть драконье яйцо. И? Ну, я подумал... Я знаю, о чем ты думаешь. Забудь об этом и оставь яйцо себе. Мне оно не нужно. Яйцами. Нет, не совсем. Я слышал, что искусный алхимик как-то смог сварить зелье из них. Но, пожалуйста, не спрашивай меня о рецепте. Я понятия не имею, как оно готовится. Есть несколько лишних зелий? Пока есть запас. Эй! Ты хочешь что-то сказать мне? Пока нет. Может быть, позже. Подожди минутку. Все тип-топ? Там еще есть сёмки? Пришли их ко мне. Я как раз немного разогрелся. Я так и сказал. Я лучше не буду вмешиваться. Thank you.
Эй! Ты можешь продать мне что-нибудь? В чем ты нуждаешься? Устал? Все в порядке. Спасибо. Ты уже знаешь, что я думаю. Ему стоит 100 раз подумать. Я хочу повысить свои магические способности. Хорошо. Что ты хочешь? Ох, нет. Я небольшой специалист в этом, но мы как-нибудь справимся. Есть несколько лишних зелий. Пока есть запас. Эй! Ты можешь продать мне что-нибудь? В чем ты нуждаешься? Thank you.
Эй! Ты можешь продать мне что-нибудь? В чем ты нуждаешься? Thank you.
из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Thank you.
там ничего нет.
Thank you.
Из этого не выйдет ничего хорошего.
Тоже мне большое дело. Есть несколько лишних зелий. Пока есть запас. Никому это не интересно. Эй, ты! Ты можешь продать мне что-нибудь? В чем ты нуждаешься?
Подожди минутку. Какое оружие ты можешь продать мне? Только лучшее. Ты же знаешь.
Нечего взять!
Нечего взять.
Что ж, ничтожный червь, ты действительно осмелился дойти до ворот хозяина. Это ты здесь всем заправляешь? Я страж чертогов Ирдората, величайшего источника власти Белиара на земле. Божественная сила повелителя течет через мои руки. Одно мое слово, и ты погрузишься в вечное безумие. Понятно. Похоже, мне придется избавиться еще от одной пешки. Ты был последователем спящего. Это было в далеком прошлом. Повелитель открыл нам глаза. Теперь никто не остановит нас. Повелитель показал нам единственно возможный путь борьбы с вами, неверующими. Кто твой хозяин? Он странник между мирами. Его божественная мудрость просвещает нас. Он избранный Белиара. Он тот, кто освободит королевство от презренных последователей Иноса. Он несет смерть всем, кто сомневается в его величии. Знакомые слова. А что скрывается за тем огромным порталом вон там? Покои моего повелителя останутся недоступными для тебя. Я не дам тебе возможности открыть эти врата. И сколько еще тебе подобных мне придется убить? Нас много. Ты даже не представляешь, как многочисленны те, кто ждет прихода этой свободы. Их вопль прокатится по всей земле, когда мы вступим в этот мир. Чтобы освободить его от варваров, называющих себя стражами огня. Наш сбор здесь, в этом храме, будет недолгим. Да. Хватит болтовни. Я уничтожу тебя. Твой взор потухнет, и твой дух растает во тьме. Без этого амулета вызова душ у меня бы были большие проблемы сейчас. Thank you.
Кадаш ММ Кадар. Откройся. Тебе все-таки удалось найти меня. Я долго ждал твоего прихода. Да ладно, не ври, что ты все это планировал. Что ты знаешь о моих намерениях? Разве я не послал к тебе ищущих, чтобы навести тебя на мой след? Разве я не оставлял знаки о моем присутствии, столь явные, что ты не мог не заметить их? Разве одержимые из твоего племени были недостаточной причиной для тебя, чтобы искать силу, управляющую ими? Как бы ты ни изворачивался, ты не можешь поспорить со всем этим. Есть только одна вещь, которая не была предопределена. Ты убил одного из моих слуг. Он должен был нести коготь. Кто ты? Ха-ха-ха. Ты еще не устал задавать этот вопрос? Поищи внутри себя, глупец. Ты поймешь, кто я. У меня нет имени. Так же, как нет имени и у тебя. Моим создателям мне дана божественная сила. Так же, как ты владеешь силой, данной тебе твоим богом. Моя судьба – уничтожение этого мира, так же, как твоя судьба – проповедовать веру в Инноса, маг огня. Разве ты не ощущаешь связь, которая соединяет нас? Да, ты знаешь, кто я. Нет, этого не может быть. Ксардос всегда говорил… Ксардос слаб. И не представляет угрозы для меня. Ты один достоин противостоять мне. Так предопределено. Пришло время принять свою судьбу. Зачем ты здесь? Божественность, дарованная мне, вдохновляет меня погрузить этот мир в море жестокости. Только когда последний оплот праведности падет, смогу я, наконец, найти покой. Почему по велению ты ведешь своих прихвостней на войну против человечества? Мой хозяин — владыка ночи. Ты знаешь его. Ты можешь слышать его зов. Мои армии поднимутся из-под земли с его именем на устах и накроют этот мир покровом тьмы. Хватит болтать! Я загоню тебя обратно под камень, из-под которого ты вылез, монстр! Ха-ха! Ты еще не готов победить меня! Какое-то мгновение отделяет меня от достижения моей цели. Твои кости помогут мне выпустить ветра смерти
в этот мир. Ah!
Хорошо. Дело сделано. Храм теперь лишен своей силы. Как тебе всегда удается выходить сухим из воды? Черт меня побери, если я знаю. Мы когда-нибудь сможем пожить спокойно. Мы определенно заслужили это. Что ты собираешься делать сейчас? Я думаю об основании собственной академии, чтобы проповедовать нашу веру. Но из этого может ничего не получиться. Я никогда не жалел о том, что стал магом огня. А как тебе это? Я даже не знаю. Сухо, как всегда. Эй, парень, ты только что спас мир. Разве это недостаточная причина для радости? Может быть. Да ладно, дружище, я думаю, что главное, что тебе сейчас нужно, немного поспать. Тебе нужно пойти к капитану и сказать ему, чтобы он поднимал якорь. Мы здесь долго не задержимся. Похоже, мои головные боли ушли. Как тебе удалось это? Я уничтожил врага. Он, должно быть, был очень силен. Так кто это был все-таки? Дракон нежить. Твой бывший друг из болотного лагеря доставил мне немало хлопот. Да, вера способна двигать горы. Так было всегда. К сожалению, они служили не тому богу. Мне понадобится некоторое время, чтобы осознать все это. По счастью, больше ничего такого не повторится. Во всем мире нет столько болотной травы, сколько я готов сейчас выкурить. За Инноса! Эй! Мы можем отчаливать. Враг мертв. Очень хорошо. Тогда скажи капитану, чтобы поднимал якорь. Может быть, когда-нибудь наши пути пересекутся вновь. За Инноса!
Ты все это время был на корабле? Конечно. Только представь, что бы мы делали, если бы он пропал. Здесь нам больше нечего делать. Скажи капитану, чтобы поднимал якорь. Устал? Я полностью измотан. Поспи немного. Скоро мы опять выйдем в море. Спасибо. Я уже чуть не падаю. Спокойной ночи. Подожди минутку. Мы сделали все, что было нужно сделать. Рад слышать это. Мне уже успела надоесть эта старая кузница. Я хочу опять стоять на твердой земле. Эй! Я сделал это. Я знаю. Я чувствую это. Ты нанес удар Белиару, от которого он скоро не оправится. Помни, что это был всего лишь эпизод вечной битвы добра со злом. Зло всегда находит способ проникнуть в этот мир. Эта война никогда не кончится. Только один Аданас стоит между воюющими богами и хранит хрупкий баланс. Лучше бы он помог мне. Он так и сделал, будь уверен. Скажи капитану, чтобы он поднимал якорь как можно быстрее. Кратковременный мир может быть обманом. Мы готовы к отплытию. Это хорошо. А то я уже начал думать, что сгинем здесь, на этом утесе. Теперь немедленно верни корабль мне. Мы еще не в Харинесе. И, если честно, я не так уж жажду возвращаться назад на Харинес. Я и так провел там слишком много времени. Я так и думал. Но сейчас не место и не время поднимать этот вопрос. Лучше мы обсудим это в открытом море. Ладно. Я, тем не менее, рад видеть тебя на борту в полном здравии. Даже хотя ты и мошенник, последнее время ты вел себя как настоящий праведник. Хорошо. Теперь иди к капитану. Пусть он поднимает якорь. Эй! Я сделал это. И я уничтожил врага. Я надеялся, что все кончится хорошо. Но должен признаться, последние несколько часов я не был так уверен. Мы можем, наконец, поднять паруса. И человек убил зверя и вошел в царство Белиара. Ксарнес, что именно произошло в храме Эрдората? С помощью Инноса ты уничтожил воплощение зла, и я впитал его силу. С тех пор, как я покинул круг огня, это было единственной моей целью. Чтобы достичь ее, я помог тебе выполнить твое предназначение. Белиар выбрал меня! Т-1,
Так ты теперь повинуешься богу тьмы? Нет, я повинуюсь Белиару не больше, чем ты повинуешься Инносу. И я только начинаю осознавать возможности, которые открываются передо мной. Но одно можно сказать с определенностью. Мы еще встретимся.